бешеный ураган был. Мы приехали, было сухо, поставили палатки. И вот эта вот туча прошлась только что по нам. На трех колышках все держалось, но выдержало. Два рыбачка. Единственных. Пришли. Первый заброс в этом году, по-моему. Первый, ребята. Да. Очередной дождь, ветер. Холодно. Вытаскивай. Йо-хо! Поклёв. Ну давай сюда. Есть. Должно клюнуть. Что мы уже наловили? Мы уже видео засняли, как мы щуку поймали, да? Якобы. Якобы. Так у нас что-то ласточки низко летают. Пусть оно скачет, скачет, скачет. Стоим, ты, господи, ты боже мой. Какой? Хищник. Давай мы тебя заснимем, как ты дёргаешь. Ух ты, сколько у вас тут. Прикол, да, смотри? Да. Сейчас, как... Я так... Такие пушистые, да? Ну вообще, не то что самка. Такая... Оп, красота. Классно. Погода распогодилась. Выехали в 6 утра. У нас погода награждает своей красотой. Сейчас еще и рыба должна быть. Пара лодочек на озере есть, но... Вот сегодня в этот раз самый большой. Не, из окуней то, что мы ловили, да. Давай камеру сейчас. Вот из мостика. Oh.